В результате январского конфликта в соцсетях, связанного с желанием привлечь внимание примарей к существованию в Бельцах поэтов и писателей, появился сайт, объединяющий бельских авторов. Анна и Ирина Тринкану совместно с Ксенией Ротер посвятили свое свободное время тому, чтобы бельчане могли ознакомиться с творчеством литераторов, живущих рядом. Пока на сайте представлены произведения 18 авторов, но это лишь начало. Помогать – это важно. Не зазорно и не глупо. Помощь не имеет стажа. Для нее не нужна группа. На данный момент литераторы вынуждены собираться в помещениях библиотек и кафе, однако надеются, что в будущем у них появится свой уголок. Оживленная дискуссия и с представителями культуры, примарии, и просто общественности. Я увидела, что люди, сами бельчане спрашивают, а кто же наши писатели, кто же наши поэты? И скидывались отдельные произведения на какого-то того или иного автора. И я поняла, что на самом деле произведений много, но они не собраны все на одном портале. Я была источником информации, той, которой я владею, я полностью поделилась с Аней, подключили людей, даже некоторых заставили написать свои автобиографии. Хотелось бы, конечно, иметь свое помещение, проводить свои мероприятия там и приглашать людей творческих и для семинаров, и для мастер-классов. При создании сайта использовались бесплатные ресурсы WordPress и Canva, которыми может воспользоваться любой желающий. Ирина – волонтер и всегда рада поддержать творческих людей, которые были приятно удивлены такой инициативе. Мой труд, это примерно несколько дней, пока мы подбирали, потому что помимо дизайнерской части мне еще приходилось обрабатывать какую-то информацию, и это не всегда очень интересно, это не всегда очень увлекательно, потому что иногда это очень нудная работа, тебе нужно нажимать на одну и ту же ссылку несколько раз, это чтобы переводилось в другом окне. Неожиданно. Мы в большей части были разобщены, социальные сети, страницы, то есть не было в одном месте источника информации. Наконец-то бельчане смогут в одном месте увидеть всех авторов, поэтов. Кто-то, надеюсь, заинтересует, и кто-то нам может выделить деньги на это. Любовь к слогу объединяет людей разных возрастов, профессий и характеров. Много есть городов на планете, чуть поменьше, и очень больших, и в легендах, и в песнях воспетых. Так манящих, но все же чужих. Здесь сочнее природы наброски, голубее небесная высь. Здесь и радуга как-то по-свойски приглашает по ней пройтись. Я сегодня под вечер гуляла с дождем по весеннему парку цветному. Вся сияла листва ярко-рыжим ковром, а я радуюсь ветру шальному. Дождь меня целовал, я смеялась в ответ и ловила дождинки руками. Прошептал мне чудачка, прохожий во след. Не понять ему, музыка с нами. Сейчас на сайте можно ознакомиться с 3,5 тысячами произведений 13 бельских поэтов и 5 писателей.